что я волнуюсь. В общем-то, с подачи Инны Степановны стали звучать мои песни в этой школе, потому что я стеснялась их показывать. Инна Степановна сказала, хорошие песни, их нужно петь. И, в общем-то, в каждом концерте стали звучать мои песни, звучать мои инструментовки. Вот сейчас прозвучит произведение Франца Грубера «Тихая ночь», рождественский гимн. Партия скрипки Елизаветы Мельник, партия флейты Дарьи Лай, Антон. Напомни, Вадим, Светличный. Партия колокольчиков Ирина Фарафонова-младшая. Грубер «Тихая ночь».